Где-то не везло нам, где-то что-то не получалось, какие-то моменты, где-то сами виноваты. Но вот сегодня, слава богу, поперло наконец-то. Надеюсь, дальше так же будет. А что-то поменяли после двух игр? Ну вот, легионера убрали, у которого красная карточка, наверное, все-таки дело в нем было, в Романе Пачеве. Наверное, все-таки как бы вот без него и поперло. А Дмитрий Васильев всю игру отыграл. Как-то это повлияло на исход? Да нет, Дима Васильев два периода вроде играл. Первый играл еще Саша. Да не, ну просто Дима, как бы, они одинаковые у нас два вратаря, мне лично и с тем удобно. У нас уже какую игру страдает реализация моментов. Но, к сожалению, да, не забиваем мы почему-то мало, слишком мало для Локомотива. Страдает игра в обороне. Будем что-то делать. Я думаю, что тренерский штаб нас перестроит. Посмотрим там, как будет. Но надеюсь, что исправим всю ситуацию в целом. Для тебя этот матч был принципиальным? Ну, действительно, как говорят, что тот, кто говорит, что матч против бывшей команды не принципиальный, лукавит. Ну да, конечно, принципиальный. Знал, что сегодня, если выйду, то забью обязательно.